У ГДУ имя Франциска Скорины подвели выники работы другого зимового лагера для старшеклассников. На заключенном этапе яны презентовали бизнес-модели своего хобби. Проекты оценивала экспертная журы, предпринимальники и выкладчики экономичного факультета. Мета зимового лагера – сформировать предпринимательские навыки у школьников. Усяго в проекте удельничали 10 школ Гомеля. До финишу дошли представники 5 установ адукации. Проект я представляла – это Pepsi Max. Я решила, что сейчас популярный напиток – это Pepsi Max, и что это будет лучшее продвижение моего аккаунта в Instagram. Я представлял проект. Это интернет-магазин, который будет продавать продукцию handmade, который будет, получается, брать продукцию от тех, кто занимается handmade, и уже перепродавать уже на нашей точке. Либо через курьеров доставлять, либо доставлять наложенным платежом на почте. Не хватает на самом деле площадок для общения школьников даже друг с другом и с теми, кто уже являются состоявшимися предпринимателями. Потому что сегодня школьники активно обсуждали идеи друг друга. Одновременно они дискутировали и с экспертным нашим сообществом, представителями предпринимательства. Это и Русланом Джалым, и Ольгой Очеретной, и задавали друг другу вопросы. Информация про умовы работы зимового лагеря для старшеклассников и старт подачи заявок размещены на сайте ГДУ.